Безработным кировчанам предлагают переехать в сельскую местность, чтобы там найти подходящую профессию. В Кировской области продолжает действовать государственная программа. Ее участникам служба занятости компенсирует финансовые затраты на проезд к месту работы и обратно, на съемное жилье, а также будет платить суточное. Выбрать работу в сельской местности можно при помощи специального банка вакансий. Сейчас там размещено больше сотни вариантов профессий. В основном это агрономы, зоотехники, ветеринары, трактористы, дояры и врачи. За время действия программы место жительства сменили 27 семей. Еще около 200 переехали в другую местность для временного трудоустройства.